Привет, дорогие друзья! Я совершенно спонтанно сейчас решила записать для вас видео с Гамбурга. Я сейчас нахожусь в Гамбурге, точнее даже под Гамбургом. Дело в том, что наша компания сейчас проводит такой праздник, юбилей нашей фирмы. У нас фирме исполнилось 10 лет, и они для нас приготовили такой сюрприз. То есть мы отмечаем сегодня этот юбилей фирмы, и все наши так называемые Нидерласунги, то есть филиалы нашей фирмы из всех городов, собрались здесь в одной усадьбе, чтобы отметить, чтобы побыть вместе. Сюда все приехали со своими семьями, с детьми. Я вот сейчас тоже с Денисом, он сейчас держит мой телефон, засыпает. Вот. Нас сюда привезли, прилетели мы на самолете из Мюнхена, потом нас везли где-то полчаса за город на автобусе, вот, уже были распиты всякие напитки, пиво, шампанское, там все такое. Сюда мы приехали, у нас тоже встретили хорошим сервисом, накормили, напоили, вот. И сейчас такое развлечение, все гуляют, кто чем занимается, болтают, встречаются, потому что многие из разных филиалов тоже знают друг друга. Сейчас все играют, вон, кто мяч гоняет, кто дети там на батуте прыгают, какую-то там музыканты музыку играют. Мы все сегодня нарядились в дирндлы и в ледерхозы. Это такая одежда национальная, не германская даже, а баварская. Я сейчас в дирндле, но так как погода такая, как видите, только сейчас вот немножко солнышко вылезло, но было очень прохладно, и сейчас очень холодно, то вот я пришлось надевать куртку, потому что у меня нет соответствующей кофточки, которая тоже, в принципе, идет к вот этому национальному наряду. Архитектура здесь вот такая интересная, красный кирпич, не свойственная для Баварии. И мне это очень нравится, напоминает дом. Очень красиво. Вот такая усадебка. Здесь очень все классно украшено. Вот даже такие удаленные уголочки усадьбы выглядят потрясающе. Все так красиво. Вообще нравится мне здесь. Потрясающая такая атмосфера. Вон там вы видите накрыты белые столы. Это там сейчас люди обедали, но будут также сейчас вот все развлекаются, играют, и будет еще большая обширная программа. И, естественно, все самое классное мероприятие будет вечером. Сейчас просто сборы, общение. Все кушают, выпивают и просто болтают. Так что мы сейчас пойдем тоже кого-нибудь встретим, с кем-нибудь повстречаемся, потому что в моей фирме тоже есть некоторые люди русскоговорящие, либо их партнеры. Так что пойдем поищем кого-нибудь своего тоже. Cool. Yeah.
все это время снимал, что ли? Да. Ну да. Мне нужно расписаться тебе. В общем, друзья, вот так все сейчас выглядит здесь. Единственный негативный момент, что действительно очень холодно. Все мерзнут, я не знаю вообще, конечно. Сказали, что дресс-код у нас будет летнее платье. Ну и, может быть, что-то накинуть на плечи, но такой дубак, что я вообще не знаю, как мы здесь вечером будем. Сейчас еще днем время от времени солнышко выглядывало, но вообще вот небо вот такое свинцовое, холодрыга. Но организовано все, конечно, на высоте. Такое классное место. Вот здесь нам готовят большую такую палатку. Вечером здесь уже будет проходить вторая часть. Там, где сейчас мужчина прошел, там дорожку взяли, чтобы женщинам было удобно, конечно, в каблуках здесь ходить. И такой вот, такая большая палатка. Уже там сиденья расставили. И также будут и танцы там же проходить. Палатка, кстати, отапливаемая, что не может не радовать. Нас привезли в отель, чтобы мы буквально переоделись, приняли душ, привели себя в порядок и вечером уже снова отправились в усадьбу, чтобы отмечать сам юбилей. Не удивляйтесь такому странному виду отеля. Здесь недалеко находится парк развлечений, что-то вроде Диснейленда, поэтому и отель сделан в таком стиле пиратского корабля. И сейчас мы с вами посмотрим еще, как здесь оформлены номера. Здесь они тоже далеко не обычные, а тоже должны быть оформлены в такой же тематике. Thank you.
программа. Красиво. Ой, я не снимал. Забыл пупочку нажать. Мне так близко не надо. Er hat gesagt, das war eine schlechte Entscheidung. Da sind nur Baustellen und der war nicht. Ein bisschen